Донецкие вооруженные боевики так называемой Донецкой Народной Республики заблокировали работу 45-й окружной избирательной комиссии. Они опечатали помещение избиркома и потребовали, чтобы сотрудники прекратили работу. При этом заявили, намерены сорвать проведение президентских выборов 25 мая. По информации Комитета избирателей Украины, в Донецкой области заблокирована работа 6 окружкомов из 21. Некоторые комиссии соображения безопасности переезжают в другие помещения. Приблизительно в 10:30 утра к зданию Киевского исполкома, районного исполкома в городе Донецке, подъехал микроавтобус, с которого вышла группа вооруженных людей. Они зашли в здание исполкома. Возможно, были определенные угрозы в сторону членов окружной избирательной комиссии, так как они очень сильно напуганы и практически не делятся никакой информацией. По такой же схеме были захвачены два избирательных участка в Мариуполе, которые расположены в зданиях школ. Всех работников избиркомов боевики вывели на улицы, а окружкомы закрыли и опечатали. На сегодня в Донецкой и Луганской областях, по данным ЦИК, заблокированы 13 комиссий.